Здравствуйте, меня зовут Снежана, и я хотела спросить, почему вы отдали свое предпочтение именно волейболу? Во-первых, это бесконтактный спорт, нету никакого контакта. Я думаю, все-таки волейбол – это игра для умных. Там нужно очень много думать. Может быть, это и не выглядит так со стороны, но на самом деле туда уходит очень много тактики, планов. И, наверное, вот это больше всего меня привлекло. Я бы хотела вас поинтересоваться, что вы бы посоветовали при выборе спорта? То, что тебе самому нравится. Мне кажется, бессмысленно идти в спорт, если ты не получаешь от этого какое-то удовольствие. Вот. И нужно идти туда, куда тебе реально хочется идти каждый день. Самый запоминающийся матч был, когда мы проходили отбор на Олимпийские игры, где мы должны были выиграть со сборной Китая. У нас получилось выиграть эту игру довольно легко. Первый раз, где у меня потекли слезы просто от счастья, я не мог удержаться, что наконец-то моя мечта сбылась. Как вы отмечали самую бурную победу свою? Опять же, все было в Японии, когда мы попали на Олимпиаду. Получилась очень бурная и шумная ночь, очень длинная ночь, которая осталась в моей памяти на долгие времена. Была очень большая травма колена. Были мысли в голове, что может уже пора заканчивать с волейболом. Это вот было буквально 2 года назад. Очень черное время, не хочется вспоминать, но, слава богу, все обернулось хорошо. И вот сейчас я здесь с вами. Понравилось? Кайф. Только вспотело сильно, жарко. Если честно, все равно волновался, стеснялся, не знал, чего ждать. Не думал, что будет так много детей. Вообще с ума сошел. Вот. Но очень классно, понравилось. Я знаю, что, наверное, детям тоже интересно узнать то, что мы делаем. Вот. Так что, в принципе, все вопросы были отличные. Никогда не делал ничего подобного. Очень классно встретиться с детьми, рассказать немножко о себе, отвечать на их вопросы. Реально наслаждение для меня, так что выходной удался. Понравилось видео? Подписываемся, оставляем комментарии, ставим лайки. Целую. Пока.